Та-да-да-дам. Приехала моя посылка от Купи Вип. Купи Вип, кто не знает, это тоже интернет-магазин брендовой одежды. В основном все такое, все супер качественное, с большими-большими скидками. Заказала я, сейчас увидите, что заказала я для мужа. Кто с 3 февраля подарок. Сейчас посмотрим. Открыла я, мне очень нравится качество, конечно, все супер качественное, швы, все, ну, это, естественно, ну, не китайские магазины. Здесь вот, я посмотрю точно, по-моему, то ли Германия, то ли Швейцария, оно сделано в Словакии, я помню, так и было написано. Вот здесь вот такая оранжевая полоска, где пуговицы, правда, не будет видно полоски. В общем, мне качество очень нравится, мне нравится то, что... Видимо, размер я с размером угадала. Но смотрела я у других рубашек, какой размер у него. Вроде бы как такой же. Все, конечно, на нем будет видно. В общем, я довольна. Мне муж подарил на 8 марта новый эпилятор. Silk Apple 7 от Браун. У меня до этого был Silk Apple 5. Я обязательно сниму видео об обзоре эпиляторов. Для тех, кто хочет приобрести себе, для новичков и для не очень новичков. В общем, будет подробное сравнение, обзор эпиляторов. Откроем коробочку Airbox, которая была составлена вместе с блогером Оси. Сама очень люблю ее видео, слежу, ни одно видео не пропускаю. Здесь ее приветствие, а здесь ее мнение о каждом продукте. Я уже открывала коробочку, сейчас просто открываю для вас. Мне очень понравились продукты, всему найду применение. Здесь подробное описание и как использовать каждый продукт. Итак, рассказываю. Это вот, это спонж конжаковый, надеюсь, правильно читаю, для пилинга, для очищения лица. Причем он интересен тем, что можно пользоваться без всяких там гелей для умывания и так далее. То есть очень даже интересно, хочется попробовать поскорее. Я так понимаю, это от черных точек, от всего такого, то есть для жирной кожи. Дальше это такой воск для кончиков волос от мастерской Олеси Мустаевой. Несмотря на то, что здесь все в миниатюрках, например, этого воска будет вполне хватать надолго, потому что чуть-чуть совсем нужно, чтобы нанести на кончики волос. Далее еще меня очень порадовал такой вот лак для ногтей от Nano Professional. Смотрите, какая тут конфетти внутри, в общем. Такая вот розовая основа, светло-розовая, и конфетти. Мне кажется, это будет вот очень хороший вариант для весны, для лета, вообще супер. Дальше еще одна вещь для пилинга лица. Это такой порошок, сухая маска пилинг от Tasha Beauty Cafe. Эту пудру можно разбавить водой, тоником, чем угодно, что вам больше подходит, и... Получится такая вот маска. Тоже отшелушивает, стимулирует процессы регенерации. В общем, для очищения глубокого. Тоже для жирной, проблемной кожи. Ну, скорее всего, и комбинированной. Также вот этот вот пилинг. Про этот пилинг все знали, что он будет в коробочке. Оля сама рассказывала о нем. Это пилинг-скатка от японской марки. Очищающий пилинг-гель с фруктовыми кислотами, то есть это просто супер, если нет возможности ходить на процедуры в салон, то можно дома делать пилинг вот этой вот этим вот гелем. Тоже обязательно попробую. Далее идет помада от Faberlic. Немножко тяжело открывается, единственный, наверное, минус. Помада с сатиновым финишем, кремовая, шелушение не подчеркивает, я уже попробовала. Нанесла эту помаду. Единственное, цвет для меня тепловат, но я думаю, что для лета под загар подойдет. Дальше это аромат от французской марки Les Contes. Еще помада очень стойкая, я забыла сказать, потому что я ее еле вычистила, и то немножко даже осталось мылом. Дальше это вот такие вот маски. Маски спа, паровые маски для глаз от усталости, снимают усталость, снимают напряжение с глаз. Тоже очень полезная штука, для, мне кажется, для любой девушки, любой женщины. И последнее не совпадает с описанием, то есть здесь должно было быть крем для области вокруг глаз от Five Elements, а на самом деле от Bioderm, сыворотка, серум. В принципе, я
И этому очень рада. Я сыворотки тоже использую, то есть никаких претензий, конечно же, нет. Вообще, очень хорошая коробка. Мне очень понравилось то, что здесь все подходит моей коже, все, что действительно нужно. Просто все супер. Я и не сомневалась, что у моего любимого блогера будет такая коробочка. Спасибо ей большое. В общем, как начну уже пользоваться конкретными продуктами, то, скорее всего, они будут у меня или в фаворитах, или в пустых баночках. То есть я в любом случае дальше уже выскажусь более аргументированно. Давай считать на русском. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молодец.